Особенности ведения семейного бизнеса обсудили сегодня на форуме для предпринимателей в Тюмени. На встречу прибыли участники со всего Уральского округа, а также Ленинградской области. Всего 1200 человек. Лучшим предпринимателям вручили благодарственные письма за вклад в развитие региональной экономики. Центральным событием форума стало ток-шоу «Земля больших семей». Здесь обсудили современные инструменты продвижения товаров и услуг на рынках, формирование брендов, юридические риски и воспитание новых управленцев. Только в малом и среднем предпринимательстве Тюменской области сегодня почти 75 тысяч бизнесменов. Рост по МСБ 9%, а по самозанятым почти 60%. При этом важно, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства растет стабильными темпами. И на сегодня 366 тысяч наших земляков работают у предпринимателей в сфере среднего и малого предпринимательства. Если говорить о системе мер поддержки, то она достаточно широкая. Она начинается от стимулирования инвестирования в развитие своего бизнеса, соинвестирования со стороны государства, субсидирования и продолжается на всем цикле развития предприятия, в том числе и помощь в налаживании новых деловых связей, контактов. Это может быть и экспорт, работа с новыми заказчиками.